Привет, народ! Ко мне очень долго ехал и все-таки приехал ночник от компании Xiaomi Mi Motion Night Light, полное название я оставлю в названии ролика. Оно, конечно же, как всегда, длинное и плохо выговариваемое, но это не суть. Суть в том, что этот прибор сам по себе не очень дорогой, но вообще шикарный. Это вообще классная тема. Я уже заказал тот первый, протестировал его и уже два заказал, чтобы еще два приехало. Что это такое, в чем его суть? Сам по себе ночник, он является компонентом умного дома, но при этом никак с ним не взаимодействует. То есть, например, в том же Mi Home его нет. Все почему? Потому что модули связи у него также нет. Давайте я вам распакую и конкретно покажу, о чем идет речь. Все компоненты, что идут в комплекте, мы про них поговорим подробно. Так, тут он уже сразу горит у нас. Сейчас я объясню принцип его работы. Значит, что это за ночник? У этого ночника есть датчик освещенности и датчик движения. То есть он не будет работать, когда светло, чтобы не садить батарейки, и он не будет работать, когда никого рядом нет. То есть только когда вы в темноте проходите мимо, тогда он срабатывает. Срабатывает он на 20 секунд и отключается до последующего взаимодействия рядом с ним. Работает он от трех батареек типа 2А. Батарейки любые, ему это не важно. Мощность 25 сотых ватта, если кому-то это интересно. По поводу свечения. Два режима. Это маленький свет и большой свет. В маленьком идет 0,7 люменов, в большом 3,8 люменов. Выбрать можно как вам угодно. Хотите, чтобы светило ярко, хотите, чтобы тускло. Вот пример, как оно светит и освещает по соседству находящуюся область. Батареек в комплекте, к сожалению, у меня не было. Вообще раньше они шли, и, возможно, из некоторых магазинов Китая идут три такие красивые мишные батарейки оранжевые, но в некоторые регионы, как Россия и Беларусь, не знаю, как еще, может, в Украине, к сожалению, нам батарейки, если идут в комплекте, они не поставляются по закону. Ну, возможно, хорошо, но, честно говоря, для меня это большой секрет. В этом вопрос. Дальше. Как это все дело крепится? В комплекте у нас находилась вот такая вот приблуда. Давайте не будем закрывать его. Для чего это? Во-первых, сам датчик вы можете приклеить. Здесь вот находится у нас отклеиваем двусторонний скотч на любую поверхность. Неважно, горизонтальная или вертикальная поверхность. Но чтобы, например, не портить стену, есть вот такая вот пластинка. На нее мы приклеиваем, и ее, как видите, здесь есть отверстие, вешаем уже на какой-либо гвоздь или на что вы захотите сами. Я сейчас наклеил себе прямо на стену, потому что на приблуде на это оно висит, шатается, не очень удобно. На стене висит намертво и красиво. То есть про то, что как он держит, держит он офигительно. Отдирать тоже не проблема, и следов не остается, но в зависимости от материала, на который вы клеите. У меня вот такие обои моющие, на них это, сами понимаете, немного удобно. Вот. Сколько она стоит? Я заказал ее на именно вот эту модель. С купоном получилось около 10-50 долларов. Вообще в стране моей, в Беларуси, она продается по цене в 45 рублей, то есть 22,5 доллара. Ну или на скидках можно найти ее за 30 рублей, то есть за долларов 15. Таких штучки 3 купить и в квартиру поставить будет вообще шик. Плюс ко всему, по поводу батареек. Комплектные батарейки держат полгода. Ну а покупные уже сами в зависимости от батареек. Сколько держат эти, купите здесь разные. Прикупил я себе еще хороших батареек Panasonic, посмотрим, сколько они будут держать. Но тоже будет зависеть от того, как часто будет работать ночник. Вот такие дела, ребят. Штука классная, советую. Если есть вопросы, обязательно пишите про них в комментариях. Постараюсь на все ответить по возможности и помочь. Все, спасибо большое за просмотр. Хороших вам ночных освещений.